Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы смотрите мое видео. Сегодня вяжем-то вот такой замечательный узор с зигзагами. Здесь ажурные зигзаги располагаются между вертикальными рельефными зигзагами. Вот такой симпатичный узор. Узор несложный, но требует внимания, потому что изнаночные ряды здесь тоже вяжутся по схеме. Набираем на спицы количество петель, кратное 20, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Вяжем первый ряд, снимаем кромочную петлю, провязываем 6 лицевых. Далее нам нужно провязать 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 петли с наклоном вправо. Затем 2 лицевых, накид, лицевая, накид, еще раз 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. И далее вяжем 6 лицевых. Вяжем второй ряд. Это ряд изнаночный. 5 изнаночных. Нам нужно провязать 2 вместе изнаночные с наклоном вправо. Нужно поменять местами первую и вторую петли вот таким образом. Снимаем их на правую спицу. Вводим левую спицу в первую петлю, при этом вторая петля находится за работой, за спицей. Снимаем первую петлю, тут же вытаскиваем спицу из второй и подхватываем ее, переносим на левую спицу. Вот таким образом мы поменяли местами первую и вторую петлю. И теперь нам нужно провязать их вместе лицевой. На лицевой стороне они у нас получаются провязанные с наклоном влево. Вот таким образом. Видите? Вот так. Далее 2 изнаночных. Накид. 3 изнаночных. Накид. 2 изнаночных. Снова вяжем 2 вместе изнаночной, но с наклоном влево. Их мы провязываем просто, как они лежат на спице, так мы их вместе и провязываем изнаночной петлей. Дальше 5 изнаночных. Заканчиваем кромочной. Вяжем третий ряд, это ряд лицевой. 4 лицевых петли. Две вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевых, накид, 5 лицевых, накид, снова 2 лицевых, 2 вместе лицевой за задние стенки и 4 лицевых. Четвертый изнаночный ряд. 3 изнаночных. 2 вместе изнаночной нужно провязать с наклоном вправо. Меняем первую и вторую петлю местами. Вот таким образом. Провязываем их вместе изнаночной. Дальше провязываем 2 изнаночных. Накид. 7 изнаночных. Так, 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 так.
Снова делаем накид. 2 изнаночных. 2 вместе изнаночной. И 3 изнаночных. Пятый ряд лицевой. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. 2 вместе провязываем с наклоном влево за задние стенки. Провязываем 11 лицевых. Теперь 2 вместе нужно провязать с наклоном вправо за передние стенки. 2 лицевых, накид и лицевая петля. Вяжем 6 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной, не перемещая петли, 2 вместе изнаночной, 9 изнаночных. Теперь нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Меняем местами первую и вторую петлю. Провязываем их вместе изнаночной. Далее 2 изнаночных. Накид и 2 изнаночных. Вяжем 7 лицевой ряд, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки, 7 лицевых, две вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки, 2 лицевых, накид и 3 лицевых. И последний, 8 ряд нашего раппорта, 4 изнаночных, 1 накид, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Меняем местами первую и вторую петли и провязываем их вместе изнаночной. Далее 2 изнаночных, накид и 4 изнаночных. Мы провязали раппорт в ширину и раппорт в высоту такого красивого, симпатичного узора зигзагами. Схема узора смотрите в моей группе ВКонтакте. Ставьте лайк, если вам понравился урок. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Мы будем с вами вязать много интересных и красивых узоров. Я желаю всем успеха!